коллеги, друзья, для меня большая честь быть сегодня в числе финалистов. Я благодарю свою компанию «Инвитро» и людей, которые в ней работают, за высокое доверие, оказанное нам, за исключительную мотивацию к обучению и работе, за готовность к открытому диалогу. Именно благодаря всем вам наш учебный центр развивается и предлагает новые интересные решения. Итак, учебный центр «Инвитро» — высшая медицинская школа. Выше, шагай смелей, впереди планеты всей. Мы на правильном пути, победа наша впереди. Наша миссия — развитие бизнеса через развитие каждого сотрудника. Итак, принципы нашей работы. Соответствие целей и планов обучения стратегическим целям компании. При планировании учебного процесса мы всегда отталкиваемся от того, какие цели ставят перед собой компания, какие люди нужны для достижения этих целей и какими компетенциями они должны обладать. Исключительная полезность. Любое обучение, которое мы проводим, должно носить абсолютно практическую направленность и полезность. Именно поэтому 70% всего обучения в МШ составляет практическая работа и активность участников. Включенность руководителей на всех этапах обучения. Я искренне верю, что только при таком подходе можно получить действительно хорошие результаты и принести реальную пользу своей компании. Отлаженная коммуникация между всеми участниками процесса обучения. Мы заинтересованы в том, чтобы то обучение, которое мы проводим, было не только полезным, но и максимально интересным для наших участников. Именно поэтому мы регулярно собираем обратную связь, благодаря которой развиваемся и предлагаем новые интересные учебные проекты. Разделение ответственности. Это наша идеология, она действительно работает и приносит свои плоды. Мы, как учебный центр, несем ответственность за всю организационную и содержательную часть обучения. Внутренний заказчик – за правильность поставленных целей. А задача сотрудника – максимально продуктивно работать на занятиях. Быстрее в мысли, ярче в слове, сильнее в деле! Каким образом я понимаю, что мы достигли нужного результата? Ну, во-первых, это обратная связь от топ-менеджмента, руководителей, сотрудников и наших партнеров. Во-вторых, это фактические результаты людей на рабочем месте. А в-третьих, это достижение тех показателей, которые мы для себя определили, то есть реализация нашей стратегии. Все это в комплексе дает мне понимание, что мы на правильном пути. И в то же время я глубоко убеждена, что нельзя останавливаться на достигнутом. Независимая лаборатория «Инвитро» удерживает свои лидерские позиции вот уже 16 лет. И прежде всего это заслуга людей, ориентированных только на победу. Наш девиз. Трудные задачи решаем немедленно, невозможные чуть погодя. И конкретные результаты нашей деятельности. Мы получили лицензию на образовательную деятельность и открыли собственные курсы повышения квалификации, тем самым взяв на себя контроль за качеством постдипломного образования медицинских работников. Мы открыли первый в России частный симуляционный центр, тем самым получив возможность регулярно развивать и повышать профессиональные навыки наших сотрудников. За 7 лет работы мы значительно сократили стоимость обучения на одного сотрудника, тем самым повысив экономическую эффективность учебного центра. А благодаря активному участию в корпоративных проектах «Театр «Инвитро» и «Экспедиция в поисках самого здорового человека» мы повысили вовлеченность сотрудников в жизнь компании и интерес к обучению в частности. Таким образом, мы создали систему обучения, направленную на развитие творческого потенциала, профессионального и личностного роста, интереса к работе и жизни вообще. И самое главное – удовлетворенность потребителей услугами «Инвитро» составляет 9,6 по 10-бальной шкале. Более 60% пациентов обращаются к нам повторно. Высшая медицинская школа – наш выбор, наш учебный центр. Спасибо. Очень-очень хочется представить вам моих коллег, потому что это мои коллеги, сотрудники независимой лаборатории «Инвитро». Ирина Алимкина, менеджер по работе с корпоративными клиентами. Юлия Абросимова, менеджер по работе с корпоративными клиентами. Дарина Каменская, врач-генетик. Спасибо, друзья.